Я вас приветствую на своем канале, вы на канале Ремонт ТВ. И по просьбе подписчика, написав в комментариях, спросил, как отрегулировать тросики и поставить их, и куда масло заливать, фильтры или не надо заливать. Ну вот, собственно, сейчас сделаю обзор. Вот если смотрим, я сейчас показываю МК-8000, но до МК-15000 они все такие идут. Принцип у него такой. Здесь редуктор вот такой идет уже. Не как на МК-7500, там 7000. Вот смотрим. Красный, вот эта красная ручка, это сцепление у нас. То есть идем по тросику, вот так это наставится, вот лапка. Сначала в нее продеваете, потом цепляете пружину. То есть здесь сначала откручиваем, ниже опускаем и цепляем пружину. Пружина вот так цепляется. Вот так. Теперь вот это задний ход. Также тросик идет, и он цепляется. Сейчас я вам поближе покажу. Вот под крылом. То есть сначала вы крыло снимаете, если вы его собрали. Вот так вот тросик заходит. Точно так же сначала сюда вставляете, а потом натягиваете вот на вот эту лапку. Вот просто вот она надевается вот сюда. Ну и по маслам. Ваш фильтр по-любому надо заливать, у вас он немного побольше. Заливается масло любое по вот этой рисочке. В двигатель заливается 4-тактный для двигателей с воздушным охлаждением 10W40. В редуктор любую трансмиссию, ТАТ-17 можно, хоть какое масло. Вот такая вот моделька МК-8000. Ну, 13 есть, 11 тысяч, 13 и 15 тысяч. В принципе, классные мотоблоки, на них можно и возить, и хорошо пашут они, и вес у них достаточно такой приличный. Допустим, если в 13-тысячный, про который вот подписчик написал, он вес у него в пределах 120 килограмм, по-моему. Ну и возят они 500-800 килограмм без проблем. То есть на тележку можете ложить, и им они это даже не почувствуют. У данной модели две скорости вперед, вернее, первая, вторая, то есть как бы... И задняя. У этих моделей вот так вот. Вот МК-7500 Bigfoot. То есть почему Bigfoot? Потому что просто у него колеса больше. А так моделька как 7,5 лошадиных сил. Первая, вторая. Вот эта моделька МК-7800 МЛК. То есть это с пониженной передачей мотоблок. Первая, вторая, третья и задняя. Первая пониженная. МК-1000, это 7000-ный, как 7000-ный МК-7000. Ну вот, в принципе, кому-то что-то будет непонятно, если то можете подписываться на мой канал, писать комментарии. Я также могу обзор сделать, если не могу написать, рассказать, то есть я не мог же описать, куда что подсоединить. Я решил сделать такой небольшой обзор. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно. Ну и... Всем удачи!